В рамках слета школьники сдадут комплекс ГТО, примут участие в игре «Зорница» и соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Кроме того, посетят Всероссийский детский центр смен в Анапе и поедут на экскурсию в Новороссийск. В программе запланирована научная конференция, презентации и защита исследовательских проектов, круглый стол по вопросам патриотического воспитания молодежи, тренинги и мастер-классы, конкурсы, творческие мастерские. Пройдут встречи с олимпийскими чемпионами и ветеранами спорта.